Проект региональной арт-резиденции Башкортостана выиграл 7,5 миллионов рублей на Всероссийском форуме деятелей культуры и искусства «Таврида». Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта республики. Защита проходила в два этапа. Презентация перед экспертами Федерального агентства по делам молодежи и перед приглашенными экспертами, включая режим онлайн-трансляции с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Проект, подготовленный командой Башкортостана, представил министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов. Он презентовал Центр развития культурных инициатив для молодежи в рамках уличного театрального искусства. Секция заработает на площадке городского центра «Арт-квадрат» в январе следующего года. Наставниками проекта выступают Оскар Абдразаков и глава Уфы Ульфат Мустафин. Самое сложное, что было как раз для меня, не просто же выступать, а вот выступить перед всеми, да, на самом деле вот на нашем национальном инструменте кубыс, да, и это было очень классно. Вот. Вообще завершилась на самом деле крутая очень смена в Тавриде, Таврида Арт Кластер в Крыму. Республика Башкортостан была представлена там целой делегацией. В течение недели наша молодежь обучалась, проходила образовательные различные программы. Всего во всероссийском конкурсе «Таврида» участвовали 20 регионов страны. 5 из них получили грантовую поддержку. Выигранные средства направят на развитие творческих пространств.